Носочек оттянут, ноги напряжены, плечи расправлены. В этом зале тренируются будущие артисты. Это те, кто пришел на кастинг для учебы в филиале Академии русского балета имени Вагановой. Вика приехала на просмотр из Благовещенска. Балетом она занимается с первого класса. Здесь ее поддерживает бабушка. Перед комиссией Виктория уже выступила. Мне сказали в конце сделать попу, пробежаться по кругу. Мне было сначала не страшно, а потом уже страшнее. Кастинг проходит за закрытой дверью. В фойе кожей ощущается волнение участников. Родители переживают ничуть не меньше своих детей. Будущие артисты выглядят спокойно и уверенно, рассказывая о том, чем их привлек балет. Как выступают балерины на пуантах. Какие-то разные танцы танцуют под музыку красивую. И это очень красиво смотрится. И я решила это сделать. Тоже стать знаменитой балериной. Отбирает будущих учеников Академии авторитетная комиссия. Специально для этого уже третий год подряд из Санкт-Петербурга приезжает Людмила Камолова, преподаватель Академии русского балета имени Вагановой. Надежды на юных артистов у нее большие, однако и критерии достаточно строгие. Ну, мы смотрим их физические данные, мы смотрим их внешние данные, мы смотрим их артистичность, танцевальность. Поэтому вот у нас очень много всяких, как сказать, требований к детям. Но могу сказать, что у них хорошие данные, хорошие. Девочки, они предварительно где-то занимались в каких-то кружках и занимались довольно серьезно, потому что вот мы увидели, что у них для классического танца довольно неплохие данные, физически и внешне. Первый класс приморского филиала Академии русского балета имени Агриппины Вагановой был открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Воспитанники регулярно выступают в спектаклях приморской сцены Мариинского театра. А сегодня юные танцовщики филиала Вагановской академии готовятся к выступлению на сцене Большого театра, которое должно состояться в июне этого года. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.